приехала уже в район к Надежде. Покажу вам вообще вот такой, знаете, чисто французский дом. Чисто французская квартира. Сейчас покажу. Посмотрите, какая интересная дверь, да? Вот. И вот этот, посмотрите, тоже. На полу плитка. Там выход во дворик, там, где мусорники. И вот такая винтовая лестница, она деревянная. На каждом этаже по две квартиры. Посмотрите, еще старинные, да? Вот эти. Так. И на полу паркет, тоже деревянный. Квартира двухкомнатная. Прихожая. Привет. Сразу покажу вам кухню. Кухня чисто такая, знаете, французская. Ну, я имею в виду, что узенькая. Узенькая. Посмотрите, какое окошко. И вот такой вид на улицу. У каждого окошка есть типа вот балкончик. И вот такие жалюзи. Они, кстати, в рабочем состоянии. Пойдемте, покажу вам дальше. Это комната одна, там, где мы с Мариной жили. Надежда сказала, что квартиру она снимала полностью пустой и сама все покупала мебель. Мебель она в основном покупала антикварную. Стол круглый. Посмотрите, какой он еще деревянный. И Надежда сама сделала вот такую скатерть круглую. Пришила бабушкины, как это называется. Здесь рамочка. Надежда сказала, что она еще сюда ничего не сделала. Буфет также. Вот тут когда-то Надя сказала, что был камин, печка. Посмотрите, какая лампа. Она двигается на таком вот большом. И вот буквально накануне моего прилета Надежда закончила две картины. Кто помнит Надежду Карпову по квартирникам, она рисовала на шелке. Это шелк. И вот она так сделала из них. Пойдемте вторую комнату покажу. Да, здесь есть гардеробная. Вот эти ручки, я так поняла, что это, ну, как бы оригинальные ручки, которые были здесь до ее приезда. Заселение. Вот такой вот замок. Видите, какой старинный. Все в черно-белых тонах. Мебель тоже. Вот забыла, кстати. А вот это тоже Надя сказала, что это бабушкина покрывала. Камин есть. Он не рабочий. Хотя можно, типа, да, его, но он не рабочий. Потому что, ну, не разрешает, в общем, им. Во всем доме есть отопление, есть батареи. Надина красивая шкатулочка. Вот отсюда такой вид из окна. Там, видите, на крыше тоже можно отдыхать. И ванная. Здесь стоит бойлер. То есть вода, горячей воды нет. То есть она есть, но через бойлер. Такая лягушка. И в туалет. Вот такой туалет. Вот бойлер большой. Конечно же, вам, наверное, интересно по цене. Надежда сказала, что
Она платит за эту квартиру 1300 евро плюс свет, электричество и еще что-то. И это очень-очень хорошая цена, правда, потому что здесь очень хороший район. Тут рядом великолепный парк, рядом метро. Ну, то есть такой очень хороший район и за эту цену. И вообще в Париже очень сложно снять квартиру. Надежда сказала, что ей помогал, ну, специальный человек, я забыла, как называется. Так что вот, вот в такой шикарной квартире мы с Мариной живем. Марина сегодня уехала, а я рано-рано утром уезжаю. Попросила она Надежду, оказалось, что платье, то, что она сама, как это называется, рисуете на шелке. Вот оказалось, что платье она часть привезла с собой. Я вот попросила Надежду показать несколько ее работ, платьев. Это не платье, это рубашка. Очень романтичная, это... как раз под парижский стиль. Да, типа бельевом стиле, да? Платье. Ну, можно, да, здесь этот уголочек закрыть и будет платье. Угу. А вот это вот тоска по родному городу. Рига. Да. Угу. Как все-таки у вас здорово получается, Надежда. Да. Угу. Я ваши работы очень люблю. Правда, не ношу, потому что я шелк вообще не ношу. Но не позволяет фигура, а так вообще красивая очень у вас. На вашу фигуру балахоны хорошо. Да, я знаю. Вот, да, у вас были парочку. Да, да, да. Когда года два назад, да, мы с вами. Я в прошлом году сделала, но или... их сразу раскупили. А, ну потому что таких, как я, больше. У нас в Латвии много девушек, которым нужно... Ой, посмотрите, какая красота, да? Это все вручную. Надежда на шелке вот расписывает платье. Так что, если что, друзья, из Франции тоже можно отправить. Да. Пишите. Да? Так, подождите, тут бирочка была. Давайте покажем бирочку. Вот там. И что-то еще. Да, и тут бирочка. Вот, покажем вам, да, друзья. Надежды работы. Там еще что-то красивое, Надя. Ну, не знаю, тут мне рисунок очень нравится. Да. И, кстати, не маленький размер, между да, прочим. Не маленький, нет. Да. XXL, очень красиво. XXL. Вот какой это труд, представляете, друзья? Вручную расписать, вот, чтобы все было красиво. И когда надето, чтобы это красиво было, ну, смотрелось. Не криво в кость, а красиво смотрелось. Давайте, Надя, еще что-нибудь покажем. Да, вот, и вот это, да. Можно да. Так и на плечи спустить, как такое, платится. Так что вот, друзья, если что, пишите. Ну и напоследок, друзья, сегодня уже третий день. И уже поздно. Но я вспомнила о том, что я хотела поснимать вам цены в магазинах на продукты. И мы сейчас с вами идем в магазин продуктовый. Он как-то обычный, типа гастроном или что, вот, ну как-то так. И не все, конечно, я вам поснимаю. Но мне было интересно поснимать вам молочную продукцию и сыры. Сыров здесь во Франции, естественно, огромное количество. Сейчас мы с Надеждой прогулялись. Дошли до метро, купили мне билет на завтра на ночной автобус, потому что я поеду до аэропорта. Вот Моноприкс, вот это сеть магазинов продуктовых. Так вот, я поеду на ночном, на 4 с копейками, потому что еще больше часа, час 15 ехать до аэропорта. И мы купили билет, потому что в транспорте билет не продается. Думаю, что вам будет интересно посмотреть, какая продукция продается и, главное, по каким ценам. Овощи. Какой-то интересный овощ. У нас такого нет. По ценам, опять-таки, мне сложно вам сказать, друзья, потому что я, к сожалению... Не понимаю, но, по крайней мере, выбор. Фенхель вот точно, наверное, это. Это лук Пари.
Бананы. Бананы 2,05. Клубника 3,99. Непонятно. 15,96 за килограмм. Так получается. Всякая разная мясная нарезка. И не только свежее мясо. Мясная продукция. И все эти колбасы, мясо вот нарезают на... Вот там, видите, стоит аппаратик. Все нарезают. Кулинария. Большой выбор разных оливок. И вот видите, там маринованные... Чеснок, я так понимаю, или лук? Нет, скорее всего, лук маринованный. Маринованные томаты. Маринованные? Нет, наверное. Ну и вот, друзья, сыры. Эти сыры как бы на развес можно... порезать, отрезать кусочек. Это мягкие сыры, брю, сыр брю с разными вкусами. И вот это тоже мягкие сыры. Сыр с изюмом. И не только. Тут более твердые начинаются. Вот уже более твердые сыры. И вот это вся, весь холодильник, это йогурты и всякие разные десерты. Био-йогурты, Актимель, всякие разные йогурты. Я вам показываю, а вы просто остановите и посмотрите цены повнимательнее, потому что цены на черном фоне довольно сложно видеть. Ну вот я стараюсь как-то так вам. Вот это все йогурты. И пойдемте еще вот здесь мясное покажу вам. Тоже вся полка это мясные нарезка. Всякая разная мясная нарезка. Это ветчина, я так понимаю, большими кусками. 2,59. Скорее всего, одна упаковка. Снова большой выбор оливок, причем разных, видите, да, ассорти. 5,19, вот такая баночка. И еще с наполнителями разными. Оливки зеленые. Очень люблю зеленые оливки с разными наполнителями. Так, это, наверное, хумус. Хотя я и не уверена. Ну ладно. Выбор молока. Разные есть, видите, и литровые, и пол-литровые, и двухлитровые. И био-молоко. Ну вот, то есть разное. Мне, знаете, самой потом будет очень интересно пересматривать, когда я буду монтировать. Потому что я сейчас смотрю в основном в камеру телефона, чтобы правильно был ракурс, чтобы вам было видно. Поэтому сейчас я даже не могу сориентироваться и понять, насколько дороже. Ну вот, например, Данонки. У нас есть такие. Ну, такого плана я имею в виду. Евро 75, непонятно. Одна или сколько? Или четыре? Шесть штук. Евро 75.
Ну и вот этот шкаф весь, это тоже сыры. Тоже всякие разные в упаковках сыры. Не зря Франция славится. Мы вот с Мариной покупали вот такой сыр. Очень вкусный. 2,99. Тоже мягкий. Не зря, знаете, вот Франция это славится сырами. Посмотрите, какое их множество сыров. Мягких, твердых, всяких разных. Кстати, вот это молоко, которое я люблю и пью дома. Вот это. Здесь 2,39. У нас евро 99. Овсяное молоко. Так, еще хотела вам показать яйца. И вот здесь большая полка яйца. Тоже разные. По 12 штук, по 6. Ну вот, например, мы брали вот это 3,25, 12 штук. И они вот такие, видите, в основном по 6 штук. Наверное, французам так удобнее. Ну и вот если сравнивать с нами, Милка, вот это, да? Сейчас покажу вот это. Дороже, чем у нас. А, их здесь две. По две. Нет, по три. Тогда... Нет, тогда цена даже дешевле получается. Или такая же. Нет, скорее всего, чуть дороже. Не намного. Так, ладно, все, друзья, пойдемте. Начало 9-го. Я не показала вам хлеб по той причине, что... Очень во Франции распространено хлеб покупать в таких маленьких пекарнях. Он свежий, он такой достаточно вкусный. И поэтому в таких вот магазинах, в которые мы сейчас с вами были, там есть выбор хлеба, но небольшой. 9 час, уже темнеет. Все, друзья, осталось мне недолго поспать. Ой, простите. Если, конечно, смогу. И вставать уже, наверное, во сколько? В 4, потому что в 4:40 автобус дежурный до того места, где пересаживаться уже на автобус, который идет в аэропорт. Ну вот посмотрите, я, знаете, меня очень удивляет. Начало апреля, сейчас вам покажу, Анютины глазки. Что это было? Забыла, как всегда. Тюльпаны. Вот такие клумбы, представляете? Я, конечно, буквально, вот тут было минус 2, и вот такие вот клумбы красивые. И я снова еду в аэропорт. Ночной Париж, вернее даже предрассветный Париж. И я жду ночной автобус. Самолет задерживается на 1,5 часа. В Риге метель, в Риге зима,
вот сидим. Не хотелось отсюда.